С 1 июня на территории 36 муниципалитетов Подмосковья скоростной режим будет снижен до 50 км в час. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Изменения коснутся 126 дорог, на которых ранее были организованы освещение и тротуары, установлены металлические ограждения, дорожные знаки и искусственные неровности, а также оборудованы пешеходные переходы. В апреле на этих участках смонтируют дорожные знаки и комплексы фото-видеофиксации. Однако новый скоростной режим начнет действовать только с 1 июня. Власти Подмосковья ожидают, что реализуемые меры позволят уменьшить количество аварий, в том числе с участием пешеходов. Ралли «Шелковый путь», которое должно было пройти по России, Казахстану и Китаю, изменит маршрут. В этом году из-за пандемии коронавируса каравану марафона придется колесить только по центральной части нашей страны. Напомним, с 2016 года «Шелковый путь» стал трансконтинентальным марафоном. Трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина. Теперь общая протяженность гонки сократится вдвое – с 8 до 4 тысяч километров, а количество этапов уменьшится до 8. Старт гонки традиционно состоится на Красной площади, а вот финишной точкой организаторы выбрали Казань. При этом команда марафона уверяет, что гонщиков встретят самые разнообразные ландшафты – степи, барханы, а также песчаные, холмистые и лесные трассы. Однако на практике сдержать обещание будет трудно. В любом случае отменять мероприятие организаторы не планируют. Во всяком случае, пока.